Да-ду-да-ду-да, да-ду-да-плей, да-ду-да-плей. Всем привет, дорогие друзья! С вами Максим, и вы на канале Duda Play. Сегодня мы будем продолжать играть в игру под названием Minecraft. И интересная сегодня серия будет прохождение на скайблоке. Как мы видим, мы находимся на таком вот интересном скайблоке. У нас здесь есть лава, есть, получается, вода. Мы можем получать... Эх, смотри, мы можем получать эти самые... кирпичики. Так, смотри, там у нас друг какой-то сидит. Ты видишь его? Нужно срочно ему помочь. Но у нас ночь наступает. Так, тут у нас одежка есть. Так, сразу мы одежку мы одеваем. Так, хорошо. У нас есть еще кровать, смотри. Так, ладно, пока. Так, можем призвать волка. Отлично, у нас два саженца дуба и есть кость. Хорошо. Так, берем кость и берем саженца дуба. Так, также семена пшеницы и семена тыквы. Тыква, тыква, тыква. Так, оба, на, смотри. Блин, они его не убьют, интересно. Так, ладно, быстренько одеваемся. Так, сапожки, нагрудник, штанишки и шлем. О, отлично, все, я в броне. Так, убегай, ты что, почему ты не убегаешь в домик, смотри. Ай-яй-яй. Так, они его сейчас поймают и убьют. Да, житель, житель, у тебя же домик там, залазь быстрее в домик. Давай, 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 давай. Сейчас посмотрим, забежит он в домик или нет. Вот, молодец, молодец, домик. Давай, ну почему же ты не идешь в домик? Быстрей. Ой, молодец, все, он спрятался в домик. Хорошо. Так, давайте накопаем немножко земли. Так. Сейчас мы... Нужно к нему прийти. Так. Оп. Ай-яй-яй, нет, нет, нет. Упал, упал, к сожалению, упал. Ладно, сейчас мы построим. Здесь вот так вот сделаем. Эх. Так. Отлично. Так, здесь мы сейчас сделаем. Сейчас мы тут уберем. Получается, вот землю. Так. И здесь посадим, например... А дерево, да-да-да, дерево. Так, нам нужно много дерева. Так, а нет, не падай. Вот так, надо аккуратненько. Так, и сейчас мы здесь будем расширяться. Я даже вот так вот сделаю. Опа. Так, и аккуратненько сейчас туда подлезем. Будем расширяться вот здесь, вот так вот, хорошо. Так. Сколько у меня еще? 4 блока. Так, 2 блока, да, осталось. Так, ладно. Сейчас мы здесь уберем. Эх, надо лопатку сделать будет сейчас. Так. Кирка нужна также будет. Вот у нас оголяется, значит. Земля уходит. И здесь получается у нас камень. Так. Надо нам... Сейчас дерево будет. И эти будут падать. Скажи мне, я тебе скажу. Отросточки из-под дерева. Поэтому мы сейчас это все тут защитим таким образом. Так. Ну и здесь для приличия так сделаем. Так, я думаю, знаешь что? Будем сюда строить немножко. К дереву. Ой, к нашему жителю. Так. Здесь снимаем. Аккуратненько, не спешим. Так. Кто там у нас? Так, ну, расширяем. Расширяем зону нашу, нашего острова. Так. Вот, отлично. Так, ну, здесь пока достаточно. Я сейчас буду сюда расширять. Так. Там у нас житель. Все нормально, он спрятанный. Спрятался там. Так, все, нет у нас, получается, земли. Так, ну что ж, наступила черед дерева. Так. Так, тут у нас мешает, да? Так, ладно, мы сейчас сделаем вот так вот. Да, ё-моё. Прыгаем сюда. Так, крипер у нас, смотрю. Всякие чудики. Так. Так, так, так.
Сейчас все здесь соберем аккуратненько. Дерево нам нужно. Так, пока мы не строим, ну, мы сейчас сделаем себе орудие труда. Так, все хорошо. Так, ну и здесь, я думаю, это мы все сейчас уберем. Все. Все. Всю землю. Всю землю. Так, и, конечно же, поднастроим здесь немножко вот этих вещей. Расширим наш остров. Так, кончилась земля. Так, земли вообще мало. Так. Нам главное, чтобы житель у нас-то живой остался. Так. Так, ну все, здесь, в принципе, достаточно нормально. Так, вот здесь сейчас уберем. Ой-ой-ой-ой-ой. Так вот сделаем. Все. Так. Ну, в принципе, мы будем сейчас сюда вот к нему строить. Так. У нас... Ой, чуть не упал. У нас 12 кусочков земли. Так. Сейчас я посмотрю, докуда достроим. Так, еще немножко осталось. Так. Все, кончилась земля. Так. Сейчас снимем ее здесь. Хорошо, табличка нам не нужна. Так. Собираем. Ой-ой-ой. Водичка, чтобы не уплыла у нас никуда. Так. Так, так, так. Что у нас это? Все, листва стоит на месте. Нам нужно посадить дерево. Давай его сюда посадим. Так, одно здесь будет и одно, например, здесь. Кость. Так, ну-ка, давай, костная мука. Так, и давай, расти. Опа, есть, выросло дерево. Так, хорошо, мы тебя сейчас уберем. Так, досточки берем. 20 досточек. Эх, а ну-ка, давай я попробую сейчас сюда подойти, к деревне. Вот. Ну, желательно дождаться, когда утро наступит. День, когда все они... уйдут отсюда. Ага. Сейчас скоро мы достроим. Так, и надо немножечко оставить мне для инструмента. Так, хорошо. Так, идем домой. Так, сейчас мы построим верстак. Хорошо. Верстак у нас будет вот здесь стоять. Так, и будем делать сейчас инструменты первые. Так, палочки. Так, нам нужно что? Обязательно первое. Это кирка. И мы сейчас будем добывать камень. Есть. Опа. Так. Чуть не обжегся. Так, еще раз. Опа, есть. Так, у нас два камня есть. Опа, три. Ой-ой-ой. Надо какую-то защиту здесь поставить, я знаю. Я знаю, я знаю. Так. А, сгорел. Ну ладно. Так, все, четыре есть. В принципе, пока достаточно. Так, сделаем... А, где у нас тут? Угу. Сделаем, давайте, уже кирку. Такую. Так, и здесь у нас лопатка есть. Хорошо. Хорошо. Так. Сейчас быстрее будем копать. Так. И нужно сделать еще топор. Все, у меня на топор хватает. А, нет, раз, два, три, да, хватает. Так, делаем топорик. Так. Отлично. Ну и все. Ой, фу. И мне только что показалось, что это кто-то стоит. Так. О, все, они начали гореть. Хорошо. Главное, чтобы они дом не подожгли. Так. Собираем древесину. Так, хорошо. Так, вот это тоже бы убрать, чтобы сейчас быстренько... Может, какой-нибудь отросточек выпадет, не знаю. Так. Так, опа, есть один отросточек. Замечательно, хорошо. Так. Тут ничего не выпадает больше, к сожалению. Один отросток у нас есть.
Так, ладно. О, ай, нет, упал отросток. Ё-моё, тут надо все лучше заделывать. То, что один отросток у нас упал, к сожалению. Так. Все, земля кончилась. Так, ладно. Мы его сейчас сюда посадим. И попробуем его. Давай, расти, расти. Большое, большое дерево, давай. Опа! Ой, ой, ой. Что-то я маленький стал какой-то. Фух. Так, те горят или нет? Горите быстрее уже. Так, и быстренько, сейчас мы быстренько, быстренько. О, яблочко. Хорошо. Опять берем досточки. Так, 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 давай быстрее. Хорошо. И, естественно, мы сейчас будем... О, все, мы сейчас достроим до нашего домика. Блин, что-то дверь открыта. Этот вышел. Так, аккуратненько. Так, ну смотри, в принципе, уже можно отсюда... Эх, отсюда можно уже строить... Так, быстрее, 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 быстрее. Так. А, мы забыли меч, меч сделать. Ну ладно. Так. О, а как я упал? Подожди, я держал. Я все держал. Shift. Так, возродиться. О, я жив. Я жив, и все, все, все добро у меня. Хорошо. Так, бежим, бежим, бежим быстрее. Вот так сделаем. Так, так, прыгаем. Так, главное опять не упасть. Так, и здесь строим вот так вот. Прыгаем. Строим. Так, хорошо. Так, что я сделал, не знаю. О, все. Так, житель, житель, ты где? Фига себе, три кровати. Так, где житель наш? Неужели они убили жителя? Подождите. Надо везде посмотреть. Где житель, житель, ты где? Они его убили. Жителя нету. Я не успел, ребята. Жителя нету. Да, штанишки зато железные есть. Ага. Так, ладно. Домик. Здесь я буду жить. Но мне нужно факелов построить. Факелами нужны. Так, где-то я тут у себя дома видел факела. Так, сейчас здесь немножко расширим, чтобы нам случайно не упасть. Так вот. И здесь... Так, у меня здесь не получается. Вот так сделаем. Немножечко, чтобы у нас было более безопасно здесь ходить. Так, ладно. А здесь мы будем вот так сделаем сейчас, чтобы срезать можно будет. О! Здесь тоже такое достаточно опасное такое место. У меня где-то здесь был этот самый... Вот уголь, 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 уголь. Сейчас соберем немножко угля. Есть. И сделаем факела. Так. Хорошо, хорошо. Подожди, палочки нужны. Так, так, это пока уберем. 4 факела. Так, отлично. Поставим здесь факелок. Вот сюда. И, например, вот сюда, по углу, чтобы у нас здесь никто не спамился. Злодей. Ну и вот здесь, например. Так. И, как бы, мы, я думаю, будем выживать в этом домике. Да, почему бы и нет. Так, отличный домик. Так, здесь мы сделаем факел. Так. Ну, вот здесь, например. Вот здесь. Так, сколько там у меня осталось? 2 штуки? Да, не густо. Не густо, не густо. Так, ну и один факел здесь поставим. Вот так, хорошо, отлично. Я думаю, может быть, этого, конечно, и мало. Но пока что у нас столько есть. Ну, у нас еще, смотри, саженец дуба есть. Мы его посадим. Так, здесь, наверное, места мало для него будет, да? Мы его куда-нибудь сюда посадим. Вот, посмотрим, что вырастет. Вырастет, не вырастет, не знаю. Главное посадить. Так, ну что ж, у меня, тут, подожди, у меня вот тут еще дерево есть, я его сейчас посажу, этот, как его добавлю, костной муки, так, тут есть место, куда расти ему,
О, все, отлично, вырос. Так, и надо будет немножко земли еще накопать. Так. Сейчас здесь я сниму земельку. Ой-ой-ой, ямка. Так, ладно. Так, сейчас мы сделаем вот так вот. Ну ладно, вот так сделаем. Все, закрыли. Так, и соберем сейчас камень. Так, хорошо. Так, тут у нас все нормально, да? Ой, опять яма. Смотри, что делается, а. Так, аккуратненько сейчас все здесь закроем. Так, где лопата моя? Вот. Ой, опять смотри, что творится-то, а. Я так просто теряю это все дело. Эх, вообще какая-то катакомба получилась, не знаю. Надо как-нибудь здесь все получше сделать. А, ну, в принципе, я могу здесь и вот эту штуку добывать. Но мне нужно будет сделать полублоки, например, да? Так, где у меня тут полублоки? А мне не есть чего полублоки делать. Так, мне надо все равно будет сейчас собирать эту канитель. Так, есть. Оп, оп, аккуратно. Опа. Есть. Так, 5 штучек. Опа. 6. Так, сейчас я полублоки здесь сделаю, чтобы мне не мешала вода. Так, где, вот у нас. Тыщ. Так, булыжная плита. Ну, в принципе, булыжная плита сейчас все сделаем. Так. Так. Все. Отлично, все закрыли. Так, а булыжная плита у нас... Ага, а у нас выгодно булыжную плиту делать или невыгодно? Так, ну ладно. Ну, мне кажется, не знаю, сейчас... Опа, отлично. Смотри. Так мы и будем собирать. Сейчас встанем аккуратненько здесь. Опа, есть. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично, смотри, мы добываем материал. Так... Вообще здорово. Ну, здесь надо минут 20 я посижу, сейчас помучаюсь. А вы уже увидите результат. То бишь, у меня будет несколько стаков значит, вот этих камушков. Эх, и я построю уже к этим, значит, островам, да? Это же острова, правильно? Так. Так, где у нас... А, дерево выросло, да? Так, сейчас мы его попробуем собрать. И немножко нужно здесь расширить эту территорию. Потому что сейчас начнут падать всякие ништяки с дерева. И чтобы оно далеко не упало, нам нужно сейчас немножко здесь все это достроить. Так, ладно. Сейчас мы булыжником будем достраивать. Ну, а куда деваться-то? Опа! Круто! Спасибо, что ты сюда поставился. Так, ты мне здесь не нужен. Убираем. Ну и здесь немножечко я сейчас расширю. Вот так вот. Я думаю, этого достаточно будет немножко. Так. Опа, ух, чуть не упал. Ну что ж, дорогие друзья. Так, подожди. Сюда сейчас становимся. Так. Где ты? Лицо так твое. Ну что ж, дорогие друзья. Ну, на этом... Все, заканчиваем. Смотрите серию завтра. Приключения. Новую серию. И всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Подпишитесь, если вам нравится видео. Ставьте лайки, если вам все понравилось. Всем пока-пока.